16-й генный ключ – тень безразличия. Что делает нас людьми? Быть человеком означает готовность преодолевать свое безразличие, поскольку именно безразличие делает нас бесчеловечными. Человечность связана с заботой друг о друге, о мире, о том, что ждет нас в будущем, и о том, что происходит сейчас. Но чистота тени опускает нас ниже этого уровня. Если вас ничего не волнует, значит, вы мертвы. Я знаю, что звучит жестоко, но до тех пор, пока вы не чувствуете внутри себя любви, вас здесь нет. И посмотрите вокруг. Так много людей, которые похожи на зомби. Это просто движущиеся тела, существующие, а не живущие. И знаете, почему мы равнодушны? Потому что ленивы. Лень является дилеммой 16-го генного ключа. Зачем беспокоиться о том, что не касается нас лично? Мы оказались в ловушке равнодушия, и большинство даже не желает из нее выбираться. Когда я говорю о лени, я имею в виду лень на очень глубоком уровне. Мы не готовы взглянуть в свои сердца. Нас полностью устраивает эта зона комфорта с имейлами, телевизорами, зарплатами. Мы настолько разленились, что жизнь превратилась в рутину. Не нужно никакой осознанности, чтобы ежедневно воспроизводить одни и те же действия. Но это сон, а пробуждение требует дисциплины. Чтобы разблокировать свой гений, придется поработать, по крайней мере, на внутреннем уровне. Придется заглянуть в свое собственное сердце. Да, немногие на это готовы, но вы и есть те немногие. И знаете, что происходит, когда вы решаете порвать с этой тенью? Происходит прорыв. Всегда происходит прорыв. 16-я тень управляет целыми народами, поскольку движение в стаде безопасно и беззаботно. 16-я тень – это зарытый талант. Если этот ключ присутствует в вашем профиле, посмотрите внимательно на свою жизнь. У вас огромный потенциал, но без внутренней дисциплины вы просто его зарываете. Вы игнорируете свой гений. Ваш страх делает вас ленивыми. И самое интересное, что это единственное, что стоит у вас на пути. Вы боитесь. Боитесь, что если вы откроете свое сердце, то жизнь вас расплющит. Вы боитесь, что это вас истощит. Но это лишь отмазки ума. Сердце не может быть перегружено или истощено, поскольку готово принимать в себя жизнь без остатка. Оно истощается, только будучи закрытым. Так что если это ваш ключ, пришло время проснуться. Никто не придет и не поведет вас за ручку. Вы должны сделать это сами, в одиночку. Но если вы преодолеете свою лень, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Вы обретете цель, наполнитесь энергией, а ваши отношения выйдут на новый уровень. Дорогие мои, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. До новых встреч, ваша белая орхидея.